Мне сейчас очень хочется пригласить к нашему разговору диетолога и нашего эксперта Анастасию Московкину, которая нам должна, обязана просто рассказать, как же грамотно, вкусно и полезно питаться в зрелом возрасте. Просим вас, Анастасия. Спасибо, что вы пришли, это очень важно. Садитесь, пожалуйста. Зоечка, оставайтесь. Анастасия, садитесь, а я могу рядышком с вами. Да я могу прижаться и к Зое. Мы с ней спортивные. Не бойся, ничего не ударит. С чего начну, милые дамы? Вы мне очень нравитесь. Вы достаточно изящные, красивые. Сразу видно, что культура питания, это словосочетание вам далеко не безызвестно. К сожалению, сегодня очень много говорили, или, может быть, к счастью, о стрессе. Вот очень часто набор веса связан с тем, что стресс начинает заедать. Раз, а почему заедать? Потому что мир немножко сужается, и что делать? Поесть, посидеть дома в одиночестве. На самом деле, то, что мы при стрессе едим, это правильно. Главное, есть правильно. Почему-то многие думают, что правильно питаться дорого. Это неправда. Дорого – это когда вы питаетесь тортиками, пирожными, и когда вы питаетесь много, но некачественно. Нужно отойти от количества. Нужно перейти к качеству. Есть мало, но качественные продукты. Поэтому, пожалуйста, это вот крик моей души. Потому что я считаю, что 90% – это только правильное питание. И это можно сделать. Да, спасибо вам огромное.